Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» подводит промежуточные итоги. Итак, с сентября 2013 года в систему поступило порядка 20 125 обращений, 40% из которых разрешены в пользу бизнеса. Эксперты «Атамекен» защитили имущественные права бизнеса на сумму свыше 88 миллиардов тенге. Главные достижения 2017 года. Статья «Лжепредпринимательство» исключена из Уголовного кодекса РК. Бизнес впервые вовлечен в обсуждение налогового кодекса, и 90% предложений «Атамекена» внесены в общую часть. С 1 июля 2017 года налоговые и таможенные споры рассматривает апелляционная комиссия при Министерстве финансов РК с участием Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Обязательная система медицинского страхования будет доработана с учетом мнения бизнеса. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» – надежный партнер бизнеса.